Добрый вечер, меня зовут Марья Мехова. А в окна входила весна вчера, 21 марта, и было мне 22, и кофе казался сладким. А город, укутавшись, спал, и шарились кошки по крышам весны. Молодая душа шагала по снам неслышно, и ты меня поджидал за переулком осенним без цветов, но с охапками мнений, не веря, что рядом весна. Мы сидим, закрывшись книжкой от чужих счастливых судеб. Если девочка держит мишку плюшевого, значит, она рискует собой в итоге. А что? Напрасно. Гора побитой счастливой посуды. Вот если бы мне предложили стать богом, да я бы ушла на вторые сутки с поста такого. Где моя сцена? Хочу оваций и ваших улыбок, и чтобы вам не написали поэму. Ах, как же наш мир неподкупен и зыбок. И ты свою не опустишь газету посмотреть на меня. Каждый день ненаписанный стих. Выстрел в бесконечность, в неизвестность крик, на пересеченной плоскости октября и книг. Никогда не читай судьбу на набережных, не смотри в глаза апрельские, если я в который раз попрошу тебя мне присниться, не выключай свет во всем городе. Эта улица не решение всех мер и полумерок для лунно-лимонных пьесок, если не хочешь счастья в довесок. Никогда не читай моих телеграмм, не теряй стрелки в часах, не заказывай летние мысли в интернет-магазине от Бога, не корми кошек с ладошки сыром и хлебом. А знаешь что? Давай закроем глаза на условность и где-нибудь обязательно встретимся. А лучше сегодня, пока не пришла на брусчатку кленовая лихорадка.